Шалом, уважаемый! С вами снова Лей Механик и Мопед Раритетович. И это завершательное видео по поводу той вот расточки, которую мы сегодня днем произвели. В частности, мы сейчас будем мерить объем камеры сгорания. Вот видите, 10 мл либо сантиметров кубических трансмиссионного масла. Трансмиссион, потому что оно густое, не такое текучее. Так, смотрим. Поршень примерно в... Так, в МТ я выставил. И плавно, вертикально расположив свечное отверстие, наполняем поршневое пространство до середины колодца. И что мы видим в шприце? Сейчас там еще капельку. Оп! Ровно 4 кубика. 4 кубика. А это значит, объем камеры сгорания с... Ну вот, да. В верхнем положении 6 сантиметров кубических. Это та нижняя граница, которая годится для 92-95 бензина. То есть мы головку подрезали на 2 мм, мы добились наших 6 сантиметров кубических вместо 9. Все. Претензий к степени сжатия уже нет. Так что осталось дело за малым, запустить это все дело. И проверить, хватит ли этого мяса в головке для адекватной работы двигателя. Кстати, вот мне известен только один восстановленный мопед Ява 555 дедушкой Вагнером был сделан. Но история этого мотора до сих пор неизвестна. И те примеры, которые мне кидали других владельцев, один не знает, что с этим мотором человек продал, второй его запускает только на выставках, проезжает там по двору 5 минут и все. Этот мотор планируется, что должен будет проехать порядка 100 километров. Вот будет реальный челлендж и реальная проверка вот этой версии восстановления и подгонки данной головки под современный бензин. Так что посмотрим, поживем, увидим. Спасибо всем за внимание. Всем пока.